Мой выбор – видеть в себе Творца собственной реальности. Ты определяешь реальность. Знай, ты определяешь реальность, а не она определяет тебя. Осознание только одного этого факта, больше чем что бы то ни было, способно освободить тебя и даровать безграничность. По-настоящему понимать это значит знать, что ты – творец своей Вселенной. Это значит познать себя как Бога. Ты – Бог. Мой выбор – пребывать в безграничности. Самоисцеление. Я исцеляю себя через приятие себя. Эта книга есть выражение моего приятия всего, что есть я. И я исцеляю себя через осознание любви, которая есть я. Эта книга – любовное действо. Она чистейшая из удавшихся мне отражений света, которые я ощущаю в своей душе. И в то же время – это встреча с величайшим из моих страхов. Преодолевая этот страх, я реализую безграничность. Я человек. Я совершенно несовершенен. Я любовь. Я бесконечность. И ты тоже.